Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилькис, и мы продолжаем второй сезон выживания в мире зомби-апокалипсиса игры State of Decay 2 Juggernaut. В прошлой серии мы с вами помогли терапевтам с переездом, приняли в наши ряды парочку новых выживальщиков, новичков, не самые лучшие, конечно, ребята, но один из них вполне себе интересный, у которого рыбная ловля. Я потом подробно посмотрел про этот навык, он дает плюс 2 еды в день. Возможно, нам можно вообще сейчас на время отказаться от аванпоста, связанного с добычей еды. Давайте посмотрим, какие у нас расходы по еде. Значит, смотрите, плюс 1 еду в день дает нам... еды в день, все правильно, дает нам миг, Дэвин дает 2, огород дает 1, аванпост дает 1. То есть у нас, возможно, даже переизбыток еды, если так прикинуть, да? Нет, смотрите, у нас минус 6 в день, а в итоге у нас 4, 5, а в итоге 6, да? То есть у нас выходит в то же количество. Но, с другой стороны, мешков с едой настолько много, что девать их, по сути, некуда. Я думаю, что один аванпост мы с вами отключим, наверное, ну тогда, когда найдем что-нибудь интересное и полезное. И, вы знаете, я все-таки созрел, наверное, для того, чтобы назначить Дана лидером нашей группы. Не знаю, правильный это выбор или нет, но давайте попробуем. Не помню, как это делается. Так, сейчас разберемся. Нет, секунду, стоп, не то. Все, нажал, короче, все кнопки. Осталось только нажать правильную. Вот. А выбор лидера, смотрите. Итан и Мик. Интересно. То есть ни тот, ни другой, да? В смысле, нет. Наверное, лидером могут становиться только герои, я думаю. Но у Дана совсем чуть-чуть осталось до героя. И я думаю, что тогда он сможет занять пост лидера. Почему я это делаю? Я бы хотел закончить это выживание за шерифа. То есть можно закончить за командира, за шерифа, за торговца, за строителя. И каждый из них даст какие-то бонусы и плюшки. Ну что ж, я думаю, что давайте продолжать. Значит, у нас много заданий, терапевтам нужен генератор. Наверное, все-таки мы с вами попробуем добраться каким-то образом до скоплений. Это нужно, но пока у нас ночь, давайте попробуем сейчас пообщаться на базе. Конфликтных ребят, на самом деле, я набрал свою группу сейчас, поэтому нужно... за ними присматривать. У нас общий боевой дух вполне хороший, но ребята все конфликтные. Под конец серии мы тоже помогли. Так, Итан, давай пообщаемся. Если хочешь помочь этим людям, не валяй дурака, иди туда и пушку далеко не убирай. Обограбление, рейнджеры. Так, интересно. Нет, насилие это крайняя мера. Ну так-то насилие, конечно, крайняя мера, но... позволять... я даже не знаю, на самом деле. Позволять грабить себя тоже не вариант, да? И у нас зомби. У нас зомби на базе, давайте разбираться. Ребятушки, ребятушки, не стоим, не стоим, помогаем, помогаем тащить. Дан у нас еще пока не сильно прокачанный, но я думаю, что со временем должны его параметры довести более-менее хоть до каких-то приемлемых. Куда ломимся, друг мой? Зачем дверь сломал? Дверь мне запилил быстро. Собака вонючая. Так, где еще? А, смотри-ка ты где. Опа. Ну и что дальше мы будем делать с тобой? Запрыгнул и стоит, смотрит. Жесть. По идее, вот-не-вот уже должен настать рассвет. Смотрите, неплохо, 200 влияния, да, на ровном месте. Ну давайте тогда поговорим с оставшимися персонажами. Заяц, нет, Дэвин. Не делай этого, не стоит рисковать жизнью ради чужаков. Отменить задание. Нет, давайте вот так вот. Зачем? Зачем отменять? Ничего не будем отменять. Поговорить с рейнджерами. Карта, успокойся. Куда ты едешь, карта? Жесть, что-то подбагалось у меня, походу, да? Ну да. Как-то неприятно. Так, ладно. Что нам, по сути, нужно сделать? Терапевт, это ладно, а вот ты где? Вот это задание, где оно? Нет, вы знаете, нужно перезайти, иначе так просто играть невозможно. Вот у нас где это задание находится. Сейчас быстренько перезайду, и мы с вами продолжим.
Ну что ж, давайте продолжать. Куча работы, на самом деле, и скопление нужно, и чумные сердца нужно, и нужно помогать вот этим вот всем. А смотрите, да, перезашел, и, естественно, все задания сбросились. Вот так вот. Обидно, черт возьми. Вот такая вот игра интересная. Задания здесь как-то, я не знаю, как они генерятся, почему они не остаются с перезаходом в игру. Ну да ладно, по идее, нам нужно было куда-то вот сюда, да, и там помочь. Точнее, разобраться с воришками, скорее всего. Ну ладно, надеюсь, это задание появится. У нас в любом случае куча работы. Огромная. Поэтому давайте, наверное, затариваться. Взрывчаткой затариваться. Коктейлями Молотова. И отправляться в путь. Так, 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 где они? Вот они. Берем три, берем три. Отправляйтесь в дом, найдите генератор. Хорошо. А вот, украденные лекарства. Собственно, да, смотрите, то есть у нас задание продолжается. Ну, наверное, да, наверное, мы с него не начнем, я думаю. А генератор, кстати, у нас был, по-моему, свой собственный. Вроде, насколько я помню. А ну-ка посмотрим. Сейчас мы его в тачку сразу переложим, чтобы он там лежал. Да. Генератор у нас есть. Я думаю, что, может быть, нам не придется даже искать его где-то там по домам лазить. Может, мы отдадим им свой генератор. Отлично, он уже подсвечивается. И я забыл кое-что взять, кое-что важное и нужное. Это одер-облокатор. Если вдруг я решу на сердце заехать все-таки в этой серии, если хватит времени, то нужно нам обязательно для защиты взять одер-облокатор. Их осталось всего два, но я думаю, со временем, может быть, мы сможем их как-то делать. Ну, а если не сможем, тем веселее будет игра, как говорится. Заправка, не знаю, нужна или нет. Я бы взял, знаете что? Вот это, и я бы взял вот это. Пускай лежит, есть не просит. Дальше мы разберемся. Ну что, поехали, наверное, куда? Начнем с вот этого скопления. Быстренько его возьмем. Немножко увеличим боевой дух. И далее отправимся уже. А, стоп. Да, 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 да. Забыл кое-что. Наше задание с того момента, с которого мы вышли из игры. То есть нам нужно сперва поговорить с тем и другим. Обсудить их там опасения и все такое. Вот сложно к этому привыкнуть, на самом деле, сколько вот я уже играл в эту игру, да? Ну, отвалишь ты от этого места. Да жесть какая, боже мой, ну давай поговорим с Итаном. Vale. Сложно привыкнуть к тому, что задания здесь спадают сами по себе. Поговорить об ограблении с Освальд, настоящие люди. Кстати, по-моему, там другая была группировка в тот раз. А сейчас уже настоящие люди, а в тот раз были какие-то другие, мне кажется. Так, потихонечку у нас утро наступает, это здорово. Днем здесь куда интереснее играть, чем ночью. Ночью, конечно, атмосферно и опасно, но днем все-таки поприятнее. Все видно, можно хоть как-то контролировать там. И планировать атаку. Так, внимание, отходим, 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 оттягиваемся. Они там все сидят внутри, походу. Да, они вырываются. Сейчас они выйдут, и мы постараемся их всех растрепать. У нас хорошая оптика на оружии стоит. Крикунов нужно в первую очередь постараться заметить как-то. Не видать. Это плохо на самом деле. Да жесть. Все, мы теперь герой, да? Это хорошо. Там один крикун, нам нужно его раньше увидеть и снять красиво, дальше разобраться со всеми остальными. Играем мы не за слишком прокачанного персонажа, не слишком много у него здоровья, поэтому нужно очень-очень внимательно действовать, чтобы не попасть под удар, как говорится. Thank you.
Так, еще два остается, хорошо. Залетел. Прикольно, да? Залетел, в смысле, этот. Обойма. Кто не видел, перемотайте на секунду, обратите внимание, прям. Обойма залетает. За спину и перезаряжается. Так, окей, все. Утро. Ура. Обожаю. Обожаю, когда наступает утро в этой игре. Ну что, первое скопление зачищено. Далее давайте, наверное, через вот это скопление уладим вопрос с воришками. Кстати, у нас здорово подкоцана тачка. Предлагаю, наверное, перечиниться прямо сейчас. Иначе рискуем. Хорошо. Заправка вроде пока не требуется. Половина бака, этого нам должно хватить. На первое время, дальше заправимся. Включим пока фары, какое-то туманное утро у нас тут намечается, да? Кстати, вот что заметил, по-моему, вроде бы то ли не бывает дождя, то ли он настолько редко, что я, ну, практически не помню, когда он, собственно, вообще был в этой игре. Не знаю, бывает дождь или не бывает, напишите в комментариях. Или, может быть, у меня память короткая, я уже все забыл. Так, 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 быстро смотрим, кто пришел на шум. Вот этот гаденыш пришел, но мы сейчас с ним разберемся. Вон там пацаны ломятся. Просто, невзирая ни на что. Невзирая ни на что, ломятся. Как дурные. А, ломятся ко мне, да? Нет. Патроны не жалеем. В принципе, я немножко подделал здесь за кадром патрончиков. Можем позволить себе пострелять. Братан, иди сюда. Да, конечно, ты какой умница, смотри. Хотел меня через заборчик закусить. 0 зомби, 1 крикун. В принципе, изи. На всякий случай снимем. А там кто-то уже бегает, я заметил. Как бы нашему Дану не натрепали сейчас. Вот прям не могу называть его Дана, почему-то, не знаю. Вот Дан прям здорово звучит, а Дана как-то, ну, простите, не могу. Помню из детства. Такую ведущую, как Дана Борисова, я прям, ну, реально не могу называть этого персонажа Дана. Не, сидит, сидит где-то тварь там. Я уверен, вот она. Got these infestations under control for now. Так, ну что, лутаться здесь я не знаю, будем или нет, наверное, нет. Давайте пока сосредоточимся немножко на другом. Ну куда тебя черт понес, а? Ну честное слово. Вылезай, давай, давай сразимся с тобой. Все равно я тебя убью красиво, не переживай. Ну что, ребята, ждет нас, наверное, разборочка. Я думаю. Пойдем пообщаемся, а там будет видно. Их там сколько? Их там двое, да? А двое ли? Вопрос. Непонятно. Хорошо. Сейчас будем решать. На нас напали и ограбили. Моему другу здорово досталось. Не можешь нам вернуть лекарство? Давай сначала просто поговорим, постарайся обойтись, постараемся обойтись без насилия. Ну, допустим. Обвините Аня Ях какой-то, не знаю, подозреваемых в кражах, совершенных этой группой. А где они? Ну, давайте попробуем. Так, что у нас тут оставалось? Бак для воды. Нет, это не нужно. Кстати, а давайте назначим лидера прямо сейчас, да? Мы же можем? Дан, отлично.
Слушайте, я уже забыл ту заставочку, она реально классная. Она реально классная, здоровская. Набор меткости. В принципе, он неплох, он вожатый, он стрелок-спортсмен, он мастер-самоучка, то есть вообще, в принципе, со всех сторон он шикарный персонаж. Не то, что у нас с вами Дахля, ну у нее имечко, да, тоже не очень, кстати, это сестра-близнец нашей Заяц. Они наконец-то встретились, долго не виделись, но наконец-то их жизнь свела. У нее и чахотка, и маразм, и плохой вкус. В общем, проблемных персов мы набрали, на самом деле, что... Дахля, что, я не знаю, что вот этот, Дэвин, у него единственное, что хорошее, у него рыбалка, она дает плюс 2 еды в день, это здорово. В остальном, конечно, смотрите, вступает в конфликт с другими людьми. Вот с этой барышней я вообще не знаю, что делать. Не знаю, Даля, наверное, правильно читается, я думаю. Вряд ли читается как Дахля, потому что совсем звучит противно как-то. Даля, будем звать ее Даля. У нее свободный слот. Собственно, почему я ее решил придержать? Потому что у нее свободный слот. Ладно. Немножко пообщались. Поговорите. А, так ты со мной пойдешь? Слушай, братан, ну это хорошо. Дай-ка загляну вот сюда на всякий случай. Быстренько сейчас лутанемся. Все-таки лутанемся, давайте, потому что куча здесь прям всего есть. Плюс нам товарищ поможет отбиться. Так, электроинструменты. Нет, не нужны. Да, давайте еще в надежде, может быть, найти. Вот что нам нужно. Бомба. Бомба-вещь. Бомба-вещь, да? А что мы можем? Ну, так-то. Семена выбросить для начала. Может быть, мешок найдем, например? 5.56. Черт возьми, вот это очень нужно. А, выбрасываем болты. Жесть, сколько всего выбрасывать приходится. Oh, you bet your ass they heard that. Вот это я искал. Вот это мне очень нужно. А здесь что напоследочек? Еще один мешок, крутянска. Крутянска, все у нас с вами получается. Перегружаем сейчас пару мешков. Бомбу оставлю, наверное. Мешочки очень нужны, особенно вот эти. Красавчик. Ну что, погнали? Погнали на разборки. Мы шериф здесь местный, да? Нам нужно обязательно разобраться. Нуждающий человек, кстати. А потом мы к нему, а потом скопление. В общем, пока все складывается, в общем-то, по сценарию. Поэтому погнали. Но, зная эту игру, в любой момент все может полететь к чертям. Так, а как мы проедем здесь спокойно, нет? Ну, по идее, да. Ой, как красиво, под затыльник выписал. Так, окей, разобрались. А, ну что, пойдем, наверное, сперва пообщаемся. Не знаю даже, что выбрать. На панель патронов вроде достаточно, если что, перестреляем их всех. Yeah, okay. Тебе, наверное, лекарства наши нужны. Так вот, мы их тебе не отдадим. Ну, это мы еще посмотрим. Подожди, не спеши с выводами. Отдайте украденные медикаменты, и мы сделаем вид, что ничего не было. А мы узнаем, что вы украли медикаменты, верните их и убирайтесь из города. Пригрозить подозреваемым. Ну, давайте попытаемся пока уладить конфликт. Нормально, да? Uh-huh. А там будь что будет. Чё, ага. Возьмите медикаменты, чтобы принести их. Далее, настоящие люди. А, так смотрите. Конфликтик-то исчерпан, да? Как выяснилось. Или нет, ребятушки? А ну-ка сидеть всем, стоять на месте. Another day, another dog. Time for you to go straight to hell. Jesus. God damn it.
Dear God! Да, она в зомби превратилась. Жесть, смотри. А ты что творится? Они убили нашего этого. Жесть. Вот твари, а ты смотри. Друг, прости. Но мне кажется, это, по-моему, какая-то скриптовая сцена. Набор Вторая мировая. Воу-воу-воу. Не, я не то чтобы рад, конечно, что так получилось. Но вы знаете, найти вот такую пушку крутую. Браунинг. А чем стреляет? 7,62. Емкость, вместимость 20. Ну, конечно, похуже по большинству параметров, да, чем наша. Но мне кажется, мы просто с ней походим, просто потому что она крутая. Набор Вторая мировая, интересно. А, так, что мы здесь можем подключить, если бы подключали? Постоянно безопасная зона. Ну, нам, наверное, придется подключить здесь аванпост на время, а потом отключить его. Поэтому давайте мы, наверное, вот как сделаем. Снимаем отсюда часового. Нам все равно еда сейчас не нужна, у нас ее достаточно. И подключим его просто так, для того, чтобы просто посбрасывать сейчас всякие барахлишко вот сюда, которое будем находить. Хорошо. А ну починим, сколько требуется. Соточка на починку, жесткач. Но, вы знаете, мы сейчас с вами ее возьмем. Вот это вот уберем здесь. Снять модификацию. Вот это берем и ставим модификацию. Да, отлично, отлично. А вот это нужно разрядить. Хорошо. Так, дальше, что мы с вами уберем? Да вроде как ничего особенного, но придется что-то скинуть сейчас временно пока. Чтобы хотя бы нам залутаться по-человечески. Надо только не забыть это все потом назад забрать. Вот так вот сделаем. Еще пушка. Слушай, ну неплохо. Собираем. Пока все забираем, да? Все равно мы сейчас все сбросим. А, еще мешок, отлично. Еще пушка. Так, окей. А вот это надо будет в тачку относить. Жалко, конечно, что они Освальда, да, по-моему, его Освальд звали вроде бы. Жалко, что они его убили. Но мне кажется, что эта сцена, по-моему, как-то заскриптована здесь. Что-то лихо они, там они сцепились вдвоем, и все. И тут же они потом превращаются в зомби. Что-то у меня подозрительное ощущение, что так и должно было быть. И мы, в принципе, с вами ничего бы, наверное, не изменили бы. Так, какая-то бочка. Топливо, отлично. Но у нас, по-моему, там было, насколько я помню. Так, что у нас здесь? А нам сколько еще? Еще два ящика нужно найти. Отлично, вот это болтики. Разберем потом. А, и по-моему, вон последний. Место, в общем-то, бесполезное. Единственное, что оно дает безопасную зону постоянную. Но нам-то, в общем, это не очень нужно. Да, именно здесь, где-то на отшибе, у черта на рогах. Зачем нам эта безопасная зона? Отступать сюда, если только когда-нибудь придется. Но мы давайте с вами... А, да, смотрите-ка, придется нам... Вот это вот выбрасывать. Ну, вот так вот мы, наверное, с вами и оставим сейчас. И заберем еще, там нужно не забыть последний мешок. Кстати, давайте посмотрим, что за пушка такая диковинная. Нет, наверное, я не буду с ней ходить, она без оптики. Без вообще малейшей какой-то оптики, наверное, она крутая и прикольная. Но нет. Автоматическая винтовка Браунинг была разработана в 1918 году во времена Первой мировой войны, но широкое распространение получила лишь
Да, прикольная, но нет. К сожалению, не могу ее себе оставить, слишком она уж такая, как бы обычная. И вместимость маленькая, и к тому же еще оптики нет никакой, поэтому снимаем моды и разряжаем. И выбираем ее вот сюда, отсюда забираем свою назад. У нас была какая? Обычная охотничья. Вот, у нас была вот эта вот RTX Heartbreaker, это я точно помню. Слушайте, ну интересная заданица, конечно, но с трагичным финалом, к сожалению. Так, нам, собственно, куда? Можем, наверное. Да, нам в любом случае возвращаться нужно обратно, сообщить неприятные новости о том, что произошло. Так, мы здесь проезжаем, вроде да. Очень хочу тачку, прям в прошлой серии мы с вами попытались, да, ну не то, что попытались, но рассмотрели там одну тачку. Мне показалось на секунду, что это фургон, оказался это просто огромный внедорожник, но нет, это не та машина, которую я хочу именно фургон найти, но пока вот, к сожалению, как-то нам не попадается здесь нигде фургончик. Извини, так получилось. К сожалению, он погиб из-за твоих медикаментов. А, стоп. Секунду. Сейчас все будет. Медикаменты-то я не забрал из машины. Что-то да, про медикаменты я подзабыл немножко. Очень хорошая тактика уклонения прямо под зомби, внутрь, прям под него подпрыгиваешь, и все. И можно спокойно на клавишу Е, как будто бы совершаешь тихое убийство, да? Удобно. Как-то я раньше пренебрегал этим уклонением, а тут поставил на удобную кнопочку и стало прям вообще классно. К сожалению, погиб, за твои медикаменты... А, зато твои медикаменты нашлись. А, вот перебирайся к нам, а ну-ка посмотрим, кто ты. Психология сна? Ну, сейчас нужны все. Прям реально все нужны. Поэтому, наверное, мы ее берем. Почему все нужны? Потому что я хочу переехать на большую базу. А потом уже... Да, мы ее забираем себе. А потом уже мы с вами будем мудрить и выбирать нужных и ненужных себе людей. Так, ты с нами идешь или как? 200 влияния. Хорошо. Терапевты. Вот сейчас мы, кстати, к этим ребятам отправимся. Ну, может быть, не прямо сейчас, но нужно иметь в виду. Не забыть и про них тоже. А еще мы с вами помним, что где-то здесь ходит гигантский джиггернаут. Да? Она сама доберется, интересно? Сбор материалов. Кстати говоря... А подключим, наверное, себе, да, один такой? Что у нас там... Отдайте генератор Лиса. Ну, это я понял. Что у нас там на базе с материалами? С материалами туго. Можем подключить себе еще один аванпост. Наверное, так и сделаем, я думаю. Только нам нужно снять часового вот отсюда. Заодно и бак с водой сейчас заберем. Consider this outpost ready to go. Так, вроде все нормально. На медицинки нужно взять нам, да, дополнительно. А вдруг чего? Не дай бог произойдет. Ну, коль у нас тут есть аванпосты, в принципе, да? Мы с вами что? Мы с вами можем пока не брать коктейли Молотова и не брать взрывчатку. Сейчас со скоплениями решить проблему приоритетнее, чем растрепать сердце. Ну а сердце растрепать мы всегда сможем. Так, что в кузове?
заправиться, может быть. Сколько у нас, кстати, влезает? А, ну да, нормально, заливаемся. И сейчас пробуем трепать скопление. Но там джиггернаут. Я напоминаю вам, там гигантский джиггернаут. Ну, по крайней мере, он там был. Проедем-ка немножко вот сюда. И попробуем сейчас оттянуться назад. Ох, там их... Ох, там их жесть. Просто жесть. Я не знаю, сколько мы сможем оттягиваться назад. Да, в общем-то, все, наверное, достаточно, да? Но перестреливаться не имеет смысла с военными зомби, да, с вот этими в касках. Может быть, их можно пощелкать так? Перерезать, но перестреливаться явно с ними не имеет никакого смысла. Покрасил стеночки, дружок, покрасил. Покрасил, молодец. А мы сейчас их отманим на самом деле, да? Смотрите. Ну там еще орет. А, они будут возвращаться, да? Не в тему. Вот эта стайка зомби не в тему мне сейчас, и она мне крайне не нужна. Смотрим, где у нас вот здесь. Подойдем ближе, сейчас выясним, сколько там крикунов еще осталось. По-моему, там штуки два еще, мне кажется. Вояка, да? Один крикунчик где-то остался. Сейчас выясним, где. Выясним и накажем эту тварь. Здесь глухие окна, смотри. Но придется нам войти в дом, наверное, аккуратно. Попытаться эту тварь там найти. Вот если он заорет, вот это будет жесть. Будет настоящая жесть. Отлично, красиво. Красиво сработано, но, вы знаете, нет. Лутаться, скорее всего, мы не будем. Хочу успеть побольше сделать полезного с терапевтами, в частности, чтобы с ними отношения были хорошие. Может быть, кого-то у них переманить, потому что у нас сейчас сколько человек на базе? У нас сейчас семеро, а нам нужно 8, друзья, 8 для того, чтобы занять крутую базу. И 3500 влияния. Но я думаю, что с влиянием каких-то особенных проблем у нас возникнуть не должно. Я думаю, что как-то мы насобираем этого влияния, не проблема. Давайте сейчас разбираться с вот этим местечком. Слушайте, там ветряки такие гигантские, интересно. 3 крикуна, жесть, да иди ты, серьезно, ну как так? Это много, на самом деле. Да, и сидят ведь, наверное, не очень удобно. Так, 2 крикуна, хорошо. Нужно не упускать возможность стрелять одним патроном с зомби. Ну ты ж гаденыш вонючий. Сдохни. Пошел вон. Вояка там прилег. А, так ты последний, дружбан, остался. Иди-ка ты сюда.
Иди-ка ты ко мне. А, это не вояка был, слушай. Красиво, красиво, мне нравится. За Дана играть нравится, определенно. За Итана тоже было прикольно, из-за того командира нашего бывшего. Но Дан классный, потому что у него есть скрытность. За скрытника всегда прикольно играть. Вот, 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 круто, круто. Бинтик мне не нужен, а вот это я возьму. И тачка. А вы знаете, что эта тачка значит? А, нет. Это, по-моему, разведывательная тачка, да. Это не самая крутая, но... Есть похожая тачка на вот эту. Семена. Ну, давай. Похожая тачка на эту, у нее максимальное количество... ячеек, по-моему, в игре, насколько я знаю. Могу ошибаться, но, по-моему, да. У нее сверху багажник, здесь вот сверху получается как бы такая штука, набалдажник. Это что-то типа, как написали раньше в комментариях, тачка, которая создает карты вот эти вот трехмерные. Google карты там и так далее, вот что-то такое. И вы знаете, мы с вами возвращаемся, наверное, на базу и будем менять Дана, потому что у него половина выносливости. За него играть, конечно, здорово и круто, но давайте поиграем еще за кого-то. Может быть, сыграем за Заяц, например. Нужно выгрузить мешки, нужно... Так, далее восстановился, хорошо. Нужно к терапевтам все-таки сгонять, наконец-таки уже доехать до них, потому что бедные терапевты там никак не дождутся генератора. И что-то мне подсказывает, что в этой серии мы у терапевтов должны, по идее, взять себе еще одного выжившего. Так, значит, делаем что? Делаем вот что. Нам для начала нужно переложить, наверное, мешок вот сюда. Потому что сбрасывать мы будем их и другим персонажем. Ну, тварь же ты какая! Ну, пришел же ведь, а, смотри, гаденыш какой. Берем сразу, чтобы не мешал. Так, посмотрим, сейчас быстренько перекинем там все. Так, 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 патрончиков, наверное, часть я все-таки уберу. Потому что мы сейчас пойдем другим персонажем. Ну, вроде все. Ну, и вот это тоже отдавай. Окей. Возьмем-ка мы, наверное, Заяц, потому что ее тоже нужно до героя довести. Она у нас всего лишь гражданин. Но очень крутой гражданин, очень прокачанный. Сидит здесь в потемках, при свечах. Хотя, вы знаете, на фоне Дана она попрокаченнее будет, да, в этом плане. Что у нее с патронами? Придется затариваться. Я думаю, но пойдем сейчас ей немножко улучшим положение в группе путем перебрасывания ящиков на базу. Не ящиков, точнее, а мешков вот этих. Да, от этого растет положение в группе, и это круто. Это здорово. Так, что у нас с медициной? Есть ли смысл перебрасывать последний мешок? А, ну, наверное, влезает. Мне кажется, должен. Сейчас нам, кстати, напишется, если не влезет. Ну, вроде как все отлично, да? Да, ничего не написали, значит, все в порядке. Не-не-не, заходим, заходим. Ну что, очередной раз он собирался пойти на чумное сердце. Ничего, друзья, сходим. Я думаю, сходим. Берем медицинки, берем побольше. Берем вот это, берем вот это. Берем вот это. Все-таки я планирую трепануть сердечко в этой серии. Очень надеюсь. Так, что у нас с убойностью и так далее? Есть что-нибудь получше? Не, вот эти все кувалды не то. Что-то как-то вроде и нету, да, ничего такого особенного. Но нету и ладно. Потому что у нее призрак Эхо-1, ну естественно. Что бы могло быть лучше? Ну что-то, наверное, есть, но у нас пока такого нет. Пушечка прикольная. Но, возможно, придется просто разобрать ее.
Так, 2400. А на крутую базу, кстати, давайте-ка посмотрим, что нам нужно на крутейшую базу, на классную. Она у нас, по-моему, вот здесь. 3500, да? Ну, в общем-то, не так уж и много. Не так уж и много на самом деле. Но мы держим путь вот сюда. Поедем к терапевтам отдавать им генератор. Ну, заправляться не надо, чиниться тоже. Вот ту бы тачку починить, потому что придет какой-нибудь джаггер, пнет ее разок ногой. И все наши мешки со жратвой там плакали. Все попортит, гад. А мы можем на самом деле вызвать себе какую-нибудь другую тачку. Ну так вот для разнообразия, а то я все время на этом фургоне гоняю. Мне, конечно, нравится. Спору нет, он приятный в управлении. Ничего плохого про него сказать не могу. Тачки есть и быстрее, но скорость здесь не всегда нужна. Здесь нужен сам факт передвижения, и вроде бы даже по расходу он не такой уж и прожорливый, мне кажется. Нормально. Абсолютно нормально жрет. По-моему, нам где-то за мостом нужно будет поворачивать направо. Поворотик бы не пропустить. По идее, генератор полезная штука, он и нам бы нужен был бы, да, в какую-нибудь постройку поставить, получить возможность генерации электричества, да, это откроет нам, в свою очередь, другие полезные возможности. Но нам сейчас нужен восьмой выживальщик, обязательно. И я бы пренебрег даже электричеством у себя, не надо, не надо так делать. Электричеством у себя бы на базе пренебрег. Ох, молодец, а. Что творит? Что творит эта девчушка? Может, какой-нибудь костюмчик поинтересней сделать? Уж как-то смотрится она не очень. Так, это Нет. Нам нужна Лиса. А, поиск генератора, прошу прощения. Он у меня с собой. Девчушки, он с собой. Расслабьтесь, все нормально. Это я так просто решил проверить, точно он вам нужен или нет. А вдруг вы сказали бы, да ну ладно, оставь себе, нам уже ни к чему. Так, 200 влияния и... Внимание, они у нас кто? Они у нас друзья по-прежнему. Обидно. А что у вас есть? В принципе, куча медицины, ну оно и понятно. Терапевты как-никак. Так, что было здесь, я уже не помню. А-а-а, смотри-ка. Здесь были полезные штуки, так-то. Давайте заберем. У нас, по-моему, где-то здесь есть аванпост подключен, да? А, нет, мы его отключали. Да, это был сбор еды, все. Прошу прощения, перепутал маленько. Тогда выложим в тачку. Ну и что, и наш путь лежит прямо вот сюда, мне кажется. Я думаю, что сюда мы с вами сейчас прямо и отправимся. Ну, пузырек один тоже выложим, потом заберем. Он такой же, как и наш. Где это? Это вот где-то в тех краях. Наверное, я не поеду на тачке, да? Придется, скорее всего, один ударчик пропустить. Ну, конечно, не от этого хотелось бы пропускать ударчики. Этого мы просто убьем, а ударчик пропустим от кого-нибудь другого. Ну, ударь меня, просто ударю рукой, без прыжков идиотских. Спасибо, все. И пошла вон теперь отсюда. Ну, как она лихо это все делает, прям радует меня безумно. Да, действительно, вот эта тема с получением урона и только потом использованием одероблокатора, она работает. Не знаю, как это объяснено, почему так происходит, но это действительно так и есть. Так, смотрим, где оно? Ну где? Внутри. Где же он еще будет? Oh,
Да какого черта? Не понял прикола. Не, они ж по идее не должны меня бить. Чего они меня бьют? Ну что, бомбы в ход пошли, да? А что если мы сейчас его просто побьем сами? Сабелькой. Отлично, сэкономили одну бомбочку. Это прекрасно. Ну что, смотрим, что у нас там выпало. Рюкзачок? Нет, такой нам не нужен. Пистолетик возьмем. Продвинутый набор инструментов. Ну, наверное, да. Кувалду разберем на болты. В общем-то, полезного, да, она выпадала. Ну, как бы так, плюс-минус. Но вот эти вот пакетики я бы тоже забрал, на самом деле. Пойдем за тачкой. Хотя за тачкой далековато. В принципе, мы с вами можем еще, наверное, одно сердце взять, да? Я вот сейчас так думаю, сижу, а брать не брать. Наверное, да. У нас запас-то остался. Если что, мы можем с вами... А что мы можем? Ну, можем его расстрелять. Что у нас там по взрывчатке? Молотовы все улетели. Ну, так-то, возможно, и опорник нам бы не помешал, точнее, аванпост. А это что? Выжившей нужна помощь. Кстати, терапевты, ничего там не хотите? Мне вот они нужны сейчас больше, чем все остальные. Так, что-то там у тетушки. Так. Вот это тоже убираем. Ну, в остальное все оставляем. Поедем, заберем там остатки чего-то, не помню чего, плюс там можно еще полутаться. Может быть, мы сейчас переподключим какой-то аванпост. Посмотрим, что этот дает. Да ничего не дает. А что мы можем тогда отключить? Вопрос. По идее, медицинский можем отключить, наверное, пока на время. Медицины у нас много. И там на базе, да, мешки мы приносили. Или какой? Да вот черт его знает. На самом деле ничего не хочется отключать. Но можем вот этот отключить. Подключить его, в принципе, в любое время, наверное. Не знаю, как лучше. Но нам определенно нужно куда-то сброситься сейчас. Потому что здесь есть еще полезности всякие. Вот это мне не нужно, этого брать не буду. А вот эти пакетики надо собрать. Не так много ящиков, я думаю, быстро осмотрим. Может быть, даже ничего не будем подключать. Но в этом районе что-то надо было бы, да. Нож для резьбы. Ну, бери, ладно, если что, мы потом сбросим его. Так, хочу глянуть, что дает материалы. Два спальных места, нет, все не то. Манит меня вот эта база, на самом деле. Что-то она прям крутая. Прям реально крутая. А есть круче? 500. Чтобы занять. Нет, круче получается нету. Она выходит, что самая крутая, наверное, да, на этой карте. И мы с вами подошли уже прям плотненько к тому, чтобы ее занять. Так, здесь пока еще дружественно у нас ребята, скоро станут союзниками, я думаю, вот не вот, должны. Ну, вот так вот, наверное.
Вопрос. Что мы с вами делаем дальше? Времени не так уж и много. Я думаю, что нужно нам разведать. Да? Либо плевать. Короче, плевать. Давайте отключать какой-то аванпост. Чем быстрее мы с вами все сделаем, тем будет лучше. Что отключаем? Отключаем, наверное... Хороший вопрос. Наверное, вот это. Как ни странно, да? Хотел бы я все время материалов себе да побольше, а получается, что приходится отключать его наоборот сейчас, чтобы просто быстро разгрузиться и взять полезности всякие. Apple secure and ready to go. А полезности какого рода? А вот такого. Вот это и вот это. И последний у нас Order Blockator остается. Не знаю, как будем дальше. Дальше будет жестко. Дальше будет тяжело. Хотя практически без потерь, да? Ну, потому что с удароблокатором, естественно, поэтому и без потерь. Сразу заготовим себе местечко, чтобы потом все сбросить, что сердце упадет. Ну, вроде я готов. Вроде должно у нас все получиться. Серия может быть получится немножко подольше, чем обычно, но я думаю, что любители этой игры будут не в обиде, если у нас с вами будет серия подольше. Жесть, не-не-не-не-не, вот это вообще не в тему было. Отвалили все. Нет. Уж с тобой-то я точно не желаю встречаться близко, тем более находясь в машине. Так, проеду? Должен. Вонючка стоит, кстати. Жесть, что сделал? Хотел... Ой, жесть, Order Blockator хотел принять. Какая дичь. Какая дичь. Вот так вот на самом деле. И взрываются. Смотри, а все-таки попадают, да, твари? Почему-то они в какой-то момент все равно начинают чуять. Все, идем внутрь, ищем сердце и начинаем рвать его на части. Воу. Так, тихо, надо понять, что вообще происходит, черт возьми. Все на самом деле не очень хорошо. Я боюсь, что мы с вами, наверное, не затащим, не знаю. Чё-то мне не нравится вот этот джиггернаут тут стоящий, гад. Как он все закрыл. А Order Blockator-то кончается, ребяточки, кончается. Так, ну он ушел, кстати. Нужно побыстрее. Побыстрее сейчас разобраться с сердцем. Феррал, тварь. Просто тварь. Жесть. Прекрасно. Ну а ты, гнида. Просто будешь уничтожен. Слушайте, вот это было волнительно. У нас каждая концовочка серии какая-то особенная получается, жесть. Каждая концовочка практически особенная. Так, там еще у нас... Вот эту тварь убьем. Так, какие аванпосты можем подключить? Смотрим. А, медицинский, да? Ну тогда да. Тогда берем его здесь. Вот этот снимаем.
часового и идем лутаться. На самом деле, я понимаю, что под удар-блокатором все это делается гораздо, гораздо более приятно. Но у меня нет другого выбора, пока я не знаю, пока я, наверное, не способен это все тащить в одиночку. Так, 30 болтиков, да? Арбалетик. Ну, в принципе, давайте забирать все, так или иначе мы сейчас это все посбрасываем на аванпост, который подключим, да? А как раз, да, как раз это он и есть. И мы с вами накопили 3500 влияния, выносливости, хотел сказать. Нет, 3500 влияния, но сейчас стало уже меньше. Потому что подключили аванпост. Но ничего, я думаю, что все у нас с вами будет хорошо. Так, быстренько долутаемся сейчас. Там кто-то долбится, да, кажись? Закрыто. На обед. Отвалили все. Хорошая заварушка была на самом деле. И Джиггернаута пассивно уничтожили. Тем, что просто... а здесь еще тоже, да, можно? Отлично. Тем, что просто уничтожили сердце и все полегли из-за этого. Так, больше нигде не мигает? Вроде нет. Не, определенно там кто-то долбится. Надо пойти спросить, что надо. Жесть, там пачка этих военных в касках. Воу, вот это интересно, это здорово, это куш. Но там, смотрите, что творится, жесть. А что делать? Не, мы можем их, конечно, взорвать? Нет, не можем. Нет, можем. Пускай они просто пройдут. В принципе, мы же не торопимся помирать, да? Кто его знает, что он будет. Ну что ж, друзья, я думаю, что здесь я закончу серию. Постараюсь как-то все это дело залутать, забрать. И в следующей серии мы с вами уже продолжим. Спасибо, что посмотрели видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Комментарии обязательно пишите, советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.